И наконец-то мы что сделаем правильно? Мы наконец-то поедем. Неужели ролик начался? Пора подниматься. 8 частей прошло между роликами, между прочим. Я думал, сюжет дальше пойдет. У нас какие-то тренировки опять начались. Вот, неужели у вас начали жизни тратиться, ребят? Они их сразу останавливают. Алло! Применение навыка на зеле заставит ее совершить действие немедленно. Я что-то не то сделал. Я что-то попутал. Я запутался, кто из них кто. Ну, конечно, у вас тут хоромы, ребят. Я ожидал, конечно, что-то такого. Вечерочек, ты на канале Gente Games, где мы с тобой играем в разные игры, и мы продолжаем играть в Honkai Star Rail. Начнем в этот раз мы с базы данных, но ты смотри, что у меня в описании есть тайминг, поэтому можешь сразу перемотать, если тебе база данных там или книги могут быть неинтересны, это упростит тебе мой просмотр моего видео. Тогда переходим к базе данных. Долго получилось вступление, но мы как бы начнем. Слушай, я вот так буду идти. То есть, если ты хочешь послушать меня. Все сбросилось, прикинь. Нет, не сбросилось. Окей. А Сьюзи. То есть, Сьюэй, видимо, да, или Сьюзи. Мы будем как раз узнавать о персонажах. Это тоже как бы часть лора, правильно? Почему кажется, что ей не нужен воздух? И ее кожа, почему она ледяная? Как будто в ее венах не течет кровь. Может она призрак? О, Ханья. Я наткнулась на нее однажды ночью и перепугалась до полусмерти. Она совсем не отдыхала, страдала бессонницей и была совершенно эмоционально истощена. Все симптомы налицо. По мне так на восстановление уйдет пара десятков лет. О-хо-хо. Она всегда такая напуганная и напряженная. Могу поклясться, я слышала, как она разговаривает сама с собой. Или с чем-то невидимым. Чтобы ее успокоить, понадобится что-то посильнее. Эйдолон, активация. Жизнь в виде Ядхара похожа на сон. Возвышение персонажа. Целитель из меня хоть куда. Максимальный уровень. Я освоила искусство исцеления, но искусство высокого роста мне не подвластно. Видишь, у нее травма есть. Следующая активация. Будь я выше, я бы уже всю галактику исходила. Пополнение отряда, Ганте. Чего? Не волнуйся, если с тобой что-нибудь случится, я тебя быстро на ноги поставлю. О, я помню, он так на меня кричал, я помню. Пополнение отряда, Фусюань. Что такое, госпожа верховная провидица? Внутренний жар замучил. Советую добавить в чай побольше сахара. Пополнение отряда, Даньхэн. Даньхэн, покажи мне ее еще магию верховных старейшин. Пополнение отряда... Пожиратель Луны. Даньхэн, покажи мне еще магию верховных старейшин. Сражение. Начало боя, пробить уязвимости. Ну, мы в... это в целом. Слушай, это в целом. Она еще головоломки решает. Ты как-то неважно выглядишь. Начало боя, пробить уязвимость. Начало боя, сигнал об опасности. Не кипятись, не то перегреешься. В начале хода 1. Кажется, кому-то нужен доктор. В начале хода 2. Позволь мне исцелить твои раны. Ожидание хода. Молча не могу стоять, я хочу всех избивать. Еще раз. Ну, это же классно. Смотреть, слушать и бить. Навык 1. Скажи, навык 2. Прими-ка витаминку. Поражение слабой атакой. Забияка. Поражение сильной атакой. На помощь, спасите, сверхспособность активация. Пора тебе узнать. Сверхспособность применения. Вкус надо мне из моей тыквы. Так, смотри. Ладно. Талант, твое лечение пока не закончено. Врач не может исцелить себя. Это поражение. Возвращение в битву. Сейчас пока рано отказываться от терапии. Восстановление HP. Лечение дало свои плоды. Техника. Немного каждому. Победа. А я говорила, что им не здоровится. Открытие сундука 1. Если работает, значит лекарства хорошие. Открытие сундука 2. Есть ли тут что-то целебное? Открытие роскошного сундука. Забирай и принеси мне что-нибудь сладкое. Успешное решение головоломки 1. Нужно отличать хорошие средства от плохих. Успешное решение головоломки 2. Хе-хе. Целитель обо всем что-то да знает. Обнаружен противник. Осторожно, этот вопрос жизни и смерти. Возвращение в город. Да ладно, разве нельзя остаться еще ненадолго? Так, ну это мы прочитали. Историю мы ее знаем. Тут нельзя прокачивать, получается, да? Да, видимо, здесь мы просто изучаем всю информацию, которая есть.
Пошли дальше. Доктор Рацио. Давай по голосам пройдем. Первое. А, у него... Да тоже у него нормально, слушай. Первая встреча. Я ученый и преподаватель из гильдии эрудитов, Веритас Рацио. Порой я веду себя словно глупец. Если и вы однажды обнаружите в себе признаки невежества, можете обратиться к доктору Рацио. Приветствие. Выглядите обеспокоенным, какие-то сложности? В таком случае постарайтесь додуматься самостоятельно. Прощание. Еще один день минул. Если ваша проблема не решена, возможно, вы и есть проблема. О гипсовой голове. Во-первых, гипсовая голова отключает все 5 чувств. С ее помощью я могу размышлять ни на что не отвлекаясь. Во-вторых, так я не вынужден наблюдать на невежд, как и они меня, безусловно. Об истинном облике. Я не прочь показать себя настоящего, если это поможет мне в обучении студентов и лечении пациентов. Но по моему опыту, от этого больше вреда, чем пользы. А гильдии эрудитов? Гильдии эрудитов всегда считали поставщиком знаний, но право устанавливать цену всегда было в руках покупателей. Цена появляется, когда некто желает получить актуальные и популярные знания. Об обществе гениев. Они посвящают свои жизни истине. Правдивее не скажешь, ведь все их деяния во славу Нус, хобби. Не могу жить без горячей ванны и книг, особенно без книг. Когда голова полна мусора, тело никогда не будет чистым. Огорчение. Самое удручающее — это невозможность объяснить дураку, что он дурак. Это факт. Сокровенно. Прежде чем задать вопрос, почему бы не задуматься о том, что ответ уже известен? Лучше бы никто не задавал подобных вопросов. Сведения. Красота истины заключается в ее незыблемости, даже если она не подвластна людскому пониманию, я, по крайней мере, в этом убежден. О Герте. Герта — это квинтэссенция гениальности, божественный талант, который никого не признает равным. У меня нет и тени сомнения в ее исключительных способностях, лишь в их полезности для общества. А Скрюлуме. В своей сфере Скрюлум пытается устанавливать новые законы. Я бы назвал его правителем, а не гением. О Жуаньмэй. Сколько людей были одурачены тем, что она заявляет о себе как об ученой-отшельнице. По мне, она исследует кое-что покрупнее простой жизни. Дайте ей срок, и вы поймете, что она самый амбициозный представитель общества гениев. Эдалон-активация. Мысли — единственный инструмент познания себя. Возвышение персонажа. С прогрессом приходят ошибки. Максимальный уровень. Если бы до сих пор я не почувствовал признания Нус, то имел бы все основания полагать, что уже никогда и его не получу. Следующая активация. Вы можете делать то же, что и остальные, но вам не приходится ожидать того же результата. Пополнение отряда Герта. Остается ли под презрительным взором гения вера в себя и у обычного человека? Пополнение отряда Жуань Мэй. В украшении инстинктов жизни вы наверняка разбираетесь лучше меня. А вот я не пойму, почему тут пополнения такие отряда странные. Они не на всех реагируют. Начало боя — пробить уязвимости. И вы называете это защитой? Начало боя — сигнал об опасности. Пора мне преподать урок? В начале хода 1. Сейчас я задам вопрос. В начале хода 2. Знаете ответ? Ожидание хода. Зачем спешить? Терпение — залог успеха. Навык 1. Проверим ваши знания. Навык 2. Не переставайте размышлять. Базовая атака. Напрягите мозги. Поражение слабой атакой. Какая бестактность, да. Поражение сильной атакой. Непроходимый тупица. Сверхспособность — активация. Существовать — значит быть воспринимаемым. Сверхспособность — применения. Знание — мерило всех вещей. Оно обличает истину и заблуждение. Талант 1. Вам кол. Следующий. Талант 2. На пересдачу. Поражение. Вот невежда. Возвращение в битву. Превосходно. 5 баллов. Восстановление HP. Неплохо. Четверка. Техника. Во имя театра дураков. Победа. Мои вычисления никогда не врут. Открытие сундука 1. Каких пор знания исключают обогащение? Открытие сундука 2. Состояние должно не мешать, а помогать установлению истины. Открытие роскошного сундука. Принимаю в угоду собственной заурядности. Успешное решение головоломки 1. Едва ли это творение гения. Успешное решение головоломки 2. Любопытные испытания для интеллекта. Обнаружение противника. Перед лицом врага познаешь себя. Возвращение в город. Готов растратить остаток своих дней? Теперь почитаем его историю. Описание персонажа. Прямодушный и самовлюбленный мужчина из гильдии эрудитов, часто скрывающий свою внешность за странной гипсовой головой. С детства показавший выдающийся талант и интеллект, сейчас он называет себя заурядной личностью. Искренне верит, что интеллект и способность к творчеству удел не только гениев. Его цель — распространить знания по всей вселенной и избавиться от трудноизлечимой болезни под названием глупость. А так, у нас еще история персонажа есть. Веритас Рацио, называющий себя доктором Рацио, это человек, чьи исследования всегда вызывают споры. Существует как минимум 8 документальных фильмов о легендарных деяниях Рацио и больше десятка мемуаров о нем на родной планете. Но ни одна из этих работ не кажется мне достаточно убедительной. Чтобы заполнить данный пробел, я посетил профессора Ронда, который значительно повлиял на молодые годы Рацио. Из-за своего возраста профессор Ронд испытывает трудности в общении, но он не смог скрыть воодушевление при упоминании Рацио. С помощью его семьи и учеников мне удалось добыть пожелтевшее, но хорошо
сохранившееся рекомендательное письмо. Уважаемые члены приемной комиссии Высшей Академии Истины, меня зовут Ронт, я заслуженный профессор математического факультета независимого галактического университета. Зная, как ваш университет ценит таланты и образование, я бы хотел порекомендовать учащегося по фамилии Рацио для дальнейшего обучения в вашем учреждении. Пусть в данный момент Рацио всего лишь ученик средней школы, его знания по математике, физике и философии далеко превосходят требования для поступления на программу бакалавриата во многих университетах. Когда Рацио находится под моей опекой, ему удавалось решать сложные математические уравнения с ошеломляющей скоростью, в то время как остальным ученикам из моего класса было тяжело даже понять сам их принцип. Из любопытства я поделился с ним рукописью об уравнениях под названием «Гипотеза Ронда». Хоть я и продолжил уравнение, но сам был не в состоянии его решить. После нескольких дней дискуссии у Рацио родилась невероятная идея, с помощью которой он наконец-то доказал гипотезу в одно действие. Вскоре решение будет опубликовано, и вы увидите, что я говорю чистую правду. Рацио отличился хорошим чутьем, любопытством и творческой искрой. За время нашего знакомства он поднимался каждый день рано утром, делал зарядку и погружался в море знаний. Возможно, он точный образ гения, увлеченный своим делом, вдумчивый, рьяный, с врожденной внутренней силой. Из-за недостатка более продвинутых научных программ в местных школах я искренне надеюсь, что вы зачислите к себе Рацио. Я готов поручиться за него своей репутацией. Он точно достигнет высот, которые опередят эпоху, да что ж такое, и принесут свою славу вашему широко известному учебному заведению. С наилучшими пожеланиями, профессор Ронт по календарю мыслителей. Цитата со страницы 9, привилегия мудрости, анализ доктора Рацио. Я так немножко путаюсь, потому что у меня не на весь экран открыта игра. Так, Но это все я не вижу смысла читать, конечно. Вот, поэтому смотрим заставочку и идем дальше по экспрессу. Но прежде чем начнем, сообщаю. У меня есть страница на Boosty. Для тебя доступны разные виды подписок, чтобы получить анонсы и смотреть эксклюзивный контент на Boosty. Вступай в группу ВК, где ты можешь предлагать разные игры для прохождения. Подключайся к серверу Discord для общения и обсуждений, Honkai Star Rail, хорроров и много чего еще. Жду тебя там, все ссылочки в описании. Так, смотри, телефон, журнал путешествий. Ага. Так, это не то. Это испытание еще пока не будем начинать. Идем мы на почту. Так, получаем все. В этот раз у нас немножечко всего. Давай сделаем прыжки. А то пропадут. Видишь, 3 дня осталось. Я на Бусти и ВКонтакте в донатах, писал. Там я писал, что надо будет пересмотреть записи видео, и поэтому сразу же у меня через неделю, видишь, я записываю снова Конкай, чтобы у меня больше времени на монтаж. Так, давай, ряб в отражении. Получение сущности 4 звезды или выше гарантировано как минимум один раз за 10 прыжков. Шанс получения указанного персонажа повышен. Ага. Испытание персонажа есть. Тут... А это одни и те же? Да, это же одни и те же. Вот тут что-то другое. Шанс получения указанного светового конуса повыше. А, это световые конусы. Так, шанс получения указанного персонажа. А мне нужен персонаж. Ага. Мне нужен персонаж. Давай, короче, черного лебедя. А это, я так понял, это Дань Хэн. Да, видишь, у него он с рогами какой-то. Ну, мне давай вот этот черный лебедь. Я смотрел ролик на ютубе. А, испытание персонажа есть, давай. А. Так, окей. Давай посмотрим, что значит вообще испытание. Мне сказали, что это вообще там занимает минуту. Это все, давай проверим, а то я все никак до этого не дойду. Черный лебедь имеет разные способности наложения особых эффектов периодического урона. Черный лебедь может активировать дополнительные эффекты в зависимости от количества уровней статуса. Использование сверхспособности персонажа позволит быстрее увеличить количество уровней эффектов с периодическим уроном. Описание умений. В текущей зоне расположены особо разрушаемые предметы. Прикольно. Что ты делаешь? Все, прекратила? А я могу на кого-то поменяться? Нельзя сменить персонажа.
Так, у меня есть все. А, это противник, который нас видит. Оп. А, это не сработало, да? А мне за это что-то дадут? Прозрение, рассвет тишины. Наносит небольшой ветряной урон выбранному противнику, имеет шанс наложить на цель статус аркана. Атака цели, имеющей статус выветривания, кровотечение, горение или шок, дает отдельный шанс дополнительно наложить статус аркан. Декаданс, закат лжи. Наносит небольшой ветряной урон выбранному противнику и соседним целям, а также имеет высокий шанс наложить на них статус аркан и понизить их защиту. Так, объятие потустороннего мира накладывает на всех противников статус прозрения, который повышает получаемым ими в течение своего хода урон, в то время как статус аркан начинает считаться статусом выветривания, кровотечения, горения и шок. Кроме этого, нанесенный в начале следующего хода статусом аркан урон не сбрасывает количество уровней этого статуса. Умение также наносит ветряной урон всем противникам. Каприз плетения судьбы. Когда противник получает периодический урон в начале каждого хода, он имеет шанс получить статус аркан. Он также получает периодический ветряной урон в начале хода, в то время как черный лебедь активирует дополнительные эффекты в зависимости от количества уровней, имеющихся у нее статус аркан. Принятие истинное отражение видимости. Использование техники дает высокий шанс наложить на каждого противника статус аркан. В начале следующего боя уровни этого статуса продолжают складываться, пока шанс не исчерпает себя. Сложно, но допустим, я понял. Мне вот сражаться самостоятельно надо. Прикольные чуваки, они похожи из Borderlands, слышишь? Я его сейчас сюда вставлю, вот на него похоже, на него похоже. Так, ну ты бей его. А ты кто вообще такая? Давай хоть посмотрим, кто это у нас. Черный лебедь. Гуй Най Фэнь. О, о ней мы читали. Вас нельзя крутить. Сампо. И Наташа. Вот Наташу я помню. Так, ну ты вот такая, значит бей. Так, ты можешь их пробить, да? Вот так давай. Она пробьет сразу всех. Супер. И нужно нам, наверное, бить мелких. Ага. Так, я попытаюсь еще вспомнить, как это тут все работает. Так, он вроде больше снимает. Давай вот так. О, прикольно, память, скорбь и что-то еще. Не успел дочитать. Ля, они что делают? Вообще, чувы? Чувы, с ума сошли? Как это? Вот так, давай. А почему у них не понизилось? Ой, я не специально. Давай посмотрим. Ну ладно, лечи. Лечи, всех лечи. Давай вот так. Мы сейчас... Нет. Так, я использую. Давай вот так. Забавно, мне понравилось. Так, это ж... О, черный лебедь, давай посмотрим, что ты делаешь. Это было красиво, да? Прям как в трейлере, ты посмотри. И давай посмотрим, что ты делаешь. А ты тоже восстанавливаешь? Нет, он бьет. Ну слушай, я не скажу, что это прям минуту занимает. Это занимает побольше, чем минуту. Соль на рану. Потому что... Но если нам за это что-то дают, одинокое трио, то почему бы нет? Нам за это дают каждый раз что-то. А чё вы молчали? Так, вот это нам еще недоступно. То есть вот это мы сделали испытание. Это мне еще недоступно. Навык освоения тоже еще пока недоступен. Это мы еще ничего не сделали. Вот это тут мне ничего, видишь, не дадут. После достижения уровня освоения 21 пройдите восстановление 3 зала забвения, чтобы получить. Почему я сейчас могу это сделать, когда я не получил? Я не понимаю. Так, все, ладно. Так, подожди. А мы же можем сделать прыжок. Вот, испытание персонажей. А Даньхэна я могу. А в чем прикол? Вот так это делается. На всех. Блин, ну я не хочу. Это, блин, да что такое?
Расходы несколько очков навыков для использования нескольких сокрушительных умений. Сокрушительное умение обладает большим количеством ударов и более высоким уроном. Использование сферы способности позволяет сократить расход очков и навыков. Так, короче, ладно. Прикольно, Рогатый Дани Хайн, пошли. Вот так. Ой, я не знаю, что я сделал. Давай, короче, сейчас мы их быстро. Так, ну, я понял. Эта информация для меня бесполезная, а то мы это надолго здесь. Вы кто? Блин, к вам еще ко всем привыкать надо. Вас меняют. Дань Хэн, Пожиратель Луны, Наташа и Тинь Юнь. С ушами. Так, поддержка. Ну, давай поддержим. Прикольненько. Давай пробивать. Что это? Вот что творит. Он что делает? Ты посмотри, я что-то натворил. Нифига, он их убил всех практически. Используй свою силу. Ну, это чисто ради того, чтобы на персонажей посмотреть. Я просто не вижу смысла вот это все вчитывать, всю информацию, потому что она занимает очень много... Блин, я не специально. Она занимает очень много... Так, давай ее. Занимает очень много времени. А, блин, зачем я это жму? Это все бесполезно. Ну ладно, восстанавливай. Усиление, 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 усиление. Фигач. Просто урон вообще невероятный. Ой-ой-ой. Так. Давай вот этого. Она не пробивает же, она не пробивает. Давай вот этого. Ага. А, или он их восстанавливает? А-а-а, все, нам только его надо гасить. Все, я понял. Я понял, давай, давай, восстанавливай нам жизни. Чтоб зря не пропадал я. Давай вот так. Смотри, он такой сейчас. Потом он посильнее стал. Потом у него уже все, пошел дракон. А, видишь, мы три усиления у нас есть. Ага. А можно еще больше сделать усилений, получается. А, он один остался. Давай 5 усилений наберем. Посмотрим, что из этого получится. Потому что мне прям это очень прям красиво. Так, 4. 5. Ну-ка, давай. Дань Хэн, 5 усилений. А ладно, сейчас мы пополним себе жизни. Смотри, у нас 5 усилений. Раз. Два. Три. Нет, больше 3 нельзя. Жалко. Я все-таки надеялся, что можно. Все, давайте мне мои награды. Так, это кто? Это Миша. Нифига себе, Миша. Михаил. Каждый раз, когда союзник радует очки навыков, персонаж восстанавливает свою энергию и улучшает, увеличивает количество ударов своей сфер способности. Сфер способности можно накладывать на противника статус заморозка. Побежали. Михаил, у тебя слишком короткие шортики. Почему? Михаил, ну как-то, ну некрасиво. Что ты делаешь? А, я уж, он шваброй дерется. Я теорию тут чисто... Прошу прощения, а обслуживание номеров, опаздывает часовой спуск, остановись, ты прекрасно. Так, у нас здесь кто? Вот эти я тоже еще, я их не запоминаю так быстро. Миша, Мишу я не забуду вовек. Ханья. Так, и Пела. Пела плясала, тоже никогда не забуду. Так, получается, он... Так, ты что делаешь? Но вы не бьете их, давай мелких. Интересно, сразу же. Усиление. Да, ты нас. Ой, красиво было. Так, давай, да, вот этих будем ослаблять. Сильно будем ослаблять. Ага, все, бей. Надо избавляться от вот таких вот. Все, отлично, избавились. Давай на него. А, это она? Миша, это она? Да, я понял, почему она в коротких шортиках. Так, бей.
прикольные цепи. Взрывная атака. Ну-ка, ну-ка, Миша, показывай, что ты делаешь. Все уронил. Миша все уронила. Бей, бей. Кому там что достанется, не знаю. Мы постараемся. Будь всегда готов. О, мы тут достижения позарабатываем на этом моменте. Да, и тут, видишь, специально нам не дают. Нам специально не дают, чтобы он автоматически бился, чтобы мы попробовали, получается, персонажа. Так, ну я не вижу смысла на него тратить вот эти штуки, вот одиночные, да, но на пробитие. Нужно их тратить на пробитие. То есть вот он тоже может пробить, пробиваем, остальные мы копим. Вот она не пробивает его, значит мы копим, вот так. Усиливай нас. А следом Миша. Ага. Побежали, Миша, побежали, мы опаздываем. Блин, соседи уйдет тоже сейчас на тренировки на эти. Но это классно. Это классные тренировки. Ага, супер, все, почти добили. Миша вообще красавчик. Миша молодец. Так, дальше у нас... кто это? Кто-то? Гуй Най Фэнь. О, мы с ней уже что-то делали. А, сейчас, накладывает на противника статус горения, накладывает статус слабость на противника с статусом горения. Окей, окей. Вот так вот она выглядит. Текущая зона расположена, особо разрушаемые предметы. Да, они ж мне не нужны. Вот так, нифига себе, она дерется. Стоящая овация, горящая приветствие, подходи. Та-та-та-та-та-та, ладно, плевать, пока. Это не очень важно. Нифига! А что так можно было? А, ну я помню, она так всех била. Сейчас у нее собачки побегут, собачки. Ага, вот они, псы. Опасные псы. А ты кто? Подожди, подожди. Кто у вас в команде? Гуйнай Фэнь, Аста и Ганте. Пожалуйста, его зовут Ганте, понял? Его по жизни зовут Ганте, его в любой игре зовут Ганте. А ему это имя отлично подходит. А что у него за оружие? А, это вот эти артефакты, которые можно менять? Он не все время сбитый ходит? Это неплохо. Я так скажу. Так, Аста, мы не видели. А, усилила просто нас. Хорошо. Так. Ты его ослабляешь. Супер. А почему Ганте тоже красный? Он же по жизни нифига не красный. А, это что-то другое? Это что-то жесткое. И он защиту делает. На себя щит накладывает. Я тут больше, знаешь, изучаю Ганте, нежели персонажа, которого мне дают. Ну. А, трое в ряд. Слушай, так эта вещь неплохая. Если понимаешь, ты мне написал, что типа проходи, они засчитываются, там за них дают бонусы, и это там все ерунда. Я бы это давно проходил. Тюнь-юнь восстанавливает энергию выбранного союзника, повышает его урон, повышает силу атаки выбранного союзника, а также позволяет его атаке наносить дополнительный урон. Фига у нее хвост. Ты посмотри. Она не превращается в кого-нибудь? Закусаю, сука. Ой. Не закусаю. Выдворение, успокаивание мелодия. Так, все понятно. Нежный бриз. Я все равно просто не запомню, что есть что. Усиливай. Это же усиление? Повышение урона. Ну, супер. Давай. А, но они легкие все. Гата, ты кого-то пробиваешь? Пробивает. Так, он так пробьет. Давай вот так. Чтобы мы еще жизни потратили. И им чуть-чуть. Так, хватит, хватит нас бить. Вы чё, прекратите. А почему вы восстанавливаетесь? Вот, это стандартный Ганте. Тот нестандартный был вообще ни разу. Тот какой-то дикий Ганте. Поддержка. На себя давай. Повышение урона. Конечно, надо тоже тебе урон повышать. Ай, бодаются. Зараза, бодаются. А не восстанавливайтесь. Ах,
Ах ты собака. А я сейчас вот так сделаю. Сейчас как повышу урон, будете знать. Это вам не шутки. Так, давай будем вот этого пробивать. Вот от них надо избавляться. Вот от вот этих, которые лечат. Это вообще, я считаю, нечестно, что противники могут подлечиваться. Не, давай вот этого. Ага. Все, 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 лупим его одного. Все, отлично. Забрали. Полчаса как с куста. Спасибо. Теперь я считаю, что нужно сделать прыжки. Давай, 10. По скидке, нет? Нет, не по скидке. 10. А, это... О, тут не по скидке. Это не весело. Давай. Смотрим на прыжок. Между прочим, золотой. М? Первый наш золотой прыжок. А, он розовый. Выпущенная стрела. Оборона. Хор. Ключ от всех дверей. Нам не нужен персонаж выпасть. База данных. Проницательность. Пустота. Сплетенные шестерни. Отдых гениев. Где лебедь? Нахер мне это нужно? Мне лебедь нужен. Я теперь понимаю негодование людей, которые пишут все время и в комментариях, и на сайте HoYoVerse, в этой их соцсети, которая у них есть, что типа крутят, а не выпадает никто. Я их теперь прекрасно понимаю. Ну я кручу, и лебедь... Или Дань Хэн, подожди. Выпущенная стрела. Миша! О, нифига себе. Миша тоже ничего. Миша молодец. Наташа. А чё вы мне их раздаете? Не, слушай. Слушай. 4 звезды. А 5-звездочная только она получается, да? Так, смотри, давай Дань Хэна попробуем еще. Крутить. Тут, я так понимаю, нам дадут конусы. На кой хер мне эти конусы нужны? Мне нужен персонаж сначала, правильно? Правильно. Прыжок. Ой, я что, сейчас пропущу? Не, я не вижу смысла просто пропускать, понимаешь? Потому что он потом покажет последний экран. А на нем неинтересно смотреть. Я же не пойму, а там же ничего не подписывается. Нужно заходить в каждую, читать, что это такое. А это, ну, неинтересно. Вот так прикольней. Расколовшийся дом. Выпущенная стрела. Сцепленные шестерни, скрытая тень. Дайте Дань Хэна, суки. Созвучие. Миша, сразу Эйдолон, неплохо. Новые горизонты. Но это мне не нужно. Не, слушай, ну Миша-то на норм. Так, что у нас в магазине? Опа. 4 дня осталось? Да я ж не накоплю. Рекомендации. Так, это, ну вы что такое мне предлагаете? О, давай, возьмем билет. Подожди, а может там еще что-то было? Нет, там всякая ерунда. Берем. Подтверждаем. Супер. Это у нас такого вообще нету. Такого у нас тоже нету. А сколько я могу? Только... Блин, подожди, я сейчас натворю дел. Нет, давай не будем так бездумно тратить. Давай еще раз у нас, видишь, на Дань Хэна есть. Давай еще крутанем Дань Хэна, потому что вот эти его тоже очень мощные удары у него были. Безумно мощные с этими усилениями. А мне интересно, это он потому что прокачанный какой-то был, или он базовый такой персонаж, что он настолько жесткий, база данных. Выпущенная стрела, расколовшийся дом, новые горизонты. Это кто? Гунь Найфэнь. А это которая с собаками? Девка с собаками, расколовшийся дом, выпущенная стрела, созвучие, рок изобилия. Вот это мы персонажей понабрали. Слушай, вот это мы персонажей понабрали. Какой кошмар. Так. Подожди. А у меня же больше было. А вы как-то листаетесь? Наташа, экипировать. Тебе что можем дать? Это занято. Вот это. Скорость восстановления энергии владельца повышается на 8%. Использование сверхспособности к владельцу повышает его исходящее исцеление на 12%. Так. Ну это хуже. Берем вот это. Нет.
Сначала. А, это прям Наташа была, походу. Экипировать, усилить. Так, наложение. Сразу давай. Нету наложения. Уровень. Пока не повышай. Не факт же, что я ее возьму, правильно? Да, правильно, на кой хер они мне нужны? Так, что это? Три звезды. Получается. После использования навыка следующая базовая атака владельца наносит противнику дополнительный урон, равный 60% от силы атаки владельца. А это в начале боя шанс попадания эффекта владельца повышается. Ну, давай вот этот. Хотя нет, стой. Слушай, да неплохо. На самом деле. Давай, тоже возьмем. Или вот этот. В начале боя шанс попадания эффекта владельца повышается на 20% на 3 хода. Пусть будет вот это. Будем каждому давать разные. Экипировать. Давай посмотрим наложение, если есть. Ого, наложить. В начале боя шанс попадания эффекта владельца повышается на 40% на 3 хода. Ну, неплохо. Да, максимальный уровень. Вот это да. А кто у нас дальше? А как вас листать? А, протягивать надо. Миша. Здравствуй, Миша. Экипировать. Что мы тебе можем дать? А ты разрушение, Миша, разрушение? Так, вот это я возьму. Урон базовой атакой по навыку владельца повышается на 25%, а здесь его атака владельца повышается на 10%. Урон наносим противникам с статусом горения повышается на 16%. Эффект также распространяется на периодически... Это я поставлю ганте. А ты можешь экипировать вот это? Сменяй. Усиляй. Дай ему наложение. Если есть, наложи. Это все ерунда. Мы идем. Давайте и долон сразу дадим. Во время использования сверхспособности каждый имеющийся на поле боя противник дополнительно увеличивает количество ударов текущей сверхспособности на 1 до максимального 5 ударов. Блин. Ну ты, Миша, конечно, даешь. Сразу мне выпал. Опа, это что? Длинный урон повышается на 3,2%. Супер, активируем. Но... Блин, а как же я пойму по вам... У меня ганте без этого, без... Вот, 4. Опа, подожди. О, это же пес! Экипировать. Возвысить. Усилить. Так, наложение. Нету. Повышаем уровень. Да пофигу, повышай. Ну. Мы же теперь вообще прокачанные. Ага. Так, все, у нас ганте супер мощный, пацан вообще по жизни. А как я пойму, кто из вас, какого уровня ты? Они вроде все 4-го. То есть вот мне нужно зайти в отряд. Где там мой отряд? Вот он. И смотреть по вам. Все, у меня только они втроем 5-уровневые. Но вот эти ребята неплохие. С собаками. Миша жестко вообще мочит. Давай Мишу заменим. А кто у нас вообще в отряде? Мишу на пилу? Давай Мишу на пилу заменим. Добавить. Ой, вместо ганты. Нет, ты что? Кто тебе вообще такую чушь сказал? Пела. Убрать. Мы туда ставим Мишу. Добавить, я попробовал, Миша жестко мочит вообще всех. Теперь качаем Мишу. Смотри. Теперь качаем Мишу. Где он? Михаил, вот он. Повышаем уровень. Супер. Миша вообще будет всех валить. Только в путь. Только дай волю. Давай тебе тоже. Повышаем максимально. Тоже ты жесткая теперь у нас. Так, давай конусы сразу повысим тоже. Усилить. Ага. Тратим или на рацио. Давай сначала, наверное, на рацио. Усиливаем его конус. Хотя ладно, я думаю, они у нас очень сильные. Давай забираем наши вот эти и все. Удар ки. Нанесите 20 тысяч или больше единиц урона за один удар. Есть. Клинок тай сюй. Нанесите 40 тысяч единиц урона одной атакой.
Есть память Скорбь и Терн. Наложите одновременно 4 эффекта с периодическим уроном на одного противника. Соль на рану. Наносите в общей сложности 20 тысяч единиц урона противника с пробитой уязвимостью в одном бою. Будьте всегда готов. В начале хода наложите на персонажей больше 5 различных усилений. Блять, опять не игра, а просто что-то творим, какую-то хрень. Одинокое трио. Выиграйте бой с отрядом, в котором есть 3 персонажа одинакового пути. Трое в ряд. Выиграйте бой с отрядом, в котором есть 3 персонажа одинакового типа. Супер, все. Наконец-то, пойдем. Началась игра. 40 минут. Кайф. До свидания, Даньхэн. Я пошел. Так, кто у нас здесь? Вы стучите, но на стук никто не отвечает. Дверь не заперта. Стоит ли зайти? Взгляните одним глазком, конечно. Я только взгляну. Ничего ведь страшного. Конечно, ничего. Открывай. Так, что тут у вас? У этого ростового зеркала матовая поверхность. Возможно, в этом есть скрытый смысл. Ага. Возможно. Вам не совсем понятно, для чего Март 7 приобрела это зеркало. Стена с фотографиями. Сделать выбор, о котором я не пожалею. Достичь будущего. Просмотревшись книжкам, вы понимаете, что на фото не только ваши приключения. Выглядит жутковато, и как удалось сделать снимки с таких ракурсов? Да, это же с его лица, посмотри. Вы готовы поклясться, что некоторые из снимков на стене были сделаны без использования камеры? И даже Март 7 на них не видно. До чего же загадочная фотогалерея? Переливающиеся фотографии на стене наполнены воспоминаниями о ваших приключениях. Присмотревшись к снимкам, вы понимаете на фото, что не ваше приключение? Ага, все, окей. Зона отдыха. Эта уютная зона отдыха разительно отличается от неопрятной подстилки Даньхэна по соседству. Ага, хорошо. Игрушка в виде пом-пом. Игрушка в виде проводника пом-пом, немного выцвевшая. Кровать. Кровать Март 7, украшенная подушками в форме кролика и мишки. Миша, Михаила. Так, что у нас? Стол. Компьютерная станция на столе поставляется с предустановленной операционной системой Aider от корпорации Межзвездного мира. Возможно, ОС обошлась дороже, чем весь аппарат. Все? Больше тут ничего интересного. Мы все посмотрели. Классная комната наверх. Тоже там вверху прикольненько. Раз, раз. Внимание всем пассажирам. Внимание всем пассажирам. Экспресс скоро совершит гиперпрыжок. Всем пассажирам собраться в главном зале. Эй, погоди пока. Дверь заперта, но из комнаты доносится запах кофе. Осмотреть. Блин, нельзя кофея попить, ты прикинь. Дверь никак не открывается, сдвинуть. Не получается сдвинуть, как будто она приклеена. Ладно. Так. Ой, я заблудился чуть-чуть. Что-то у вас тут даже ничего не лежит почитать. Что такие маленькие вагоны? Мне там в комментариях написали, что тут всего 2 вагона. Это что за экспресс такой? Я видел, что там очень много вагонов было. Давай хотя бы прыжок сделаем. Давайте ролик. Начнем с ролика, нет? Нет. Общий вагон. Давай. Давай красивую песню включим. Вот это, мне понравилась она. Я еще хотел, чтобы музыка громко была. Она еле-еле играет. То есть у меня настройки все максимально возвышены. О, здорово! Марти, вот ты где. Мы скоро отправляемся, а ты волнуешься? Подожди, это же твоя первая поездка, значит, все вдвойне волнующе. Я готов, готов. Но я все еще немного переживаю из-за того, что ждет впереди. Давай вот так. Ты прямо как господин Ян. Волнуешься о том, что еще даже не произошло. Молодежь должна излучать энергию. Давай сделаем упражнение на расслабление. Первый шаг — это выявить первопричину беспокойства. Как будто это так просто. Хорошо, понятно. Давай вот так. Понимаю, это сложно, но нужно просто понять, что именно тебя волнует. Второй шаг — сосредоточить все свое беспокойство на этом. Это перенос сознания, что ли? Хорошо, давай перейдем к третьему шагу. Давай вот так. Это наука. Не отвлекайся, сосредоточься. Итак, третий шаг — избавиться от всего беспокойства и отбросить его от себя. Да ладно, это просто психологическое внушение. Хорошо, я отброшу все беспокойство. Правда? У меня и самой никогда не получалось. Что ты чувствуешь? Все переживания исчезли. Все, и это наше... Я тебя для этого искал? Так, пом-пом ходит. Я думаю, вы мне ничего не скажете сверхнового. Куда пошел? Тормози, заяц. Кажется, кое-кто не торопится, но наконец здесь собрались все. А где Даньхэн? Он не придет, не думай о нем. Кстати, вот, возьми. Что это? Крошечный бонус от проводника пассажиру. Думай об этом как об инвестициях в твой будущий рост. Что ты мне дал? Денежку? Награда за 3-й уровень? За 2-й? А, за уровни освоения ты мне награды даешь?
Получаем. Ля как прыгает. Ля он как радуется за нас. Нифига себе. Вот это я понимаю. Давай, нам последний нужен. У нас какой уровень? Я уже запутался. Ага, берем. Все. Много чего понабрали. Так, ладно, поторопись и займи место. Не будь как Март, который вечно носится по экспрессу, будто курица без головы. Начинаем последнее приготовление к прыжку. Путешествие продолжается. Еще вчера, сегодня было завтра. Завершено. Неужели? Доступна новая функция. Друзья, добавляйте друзей, получайте поддержку и сражайтесь с сильными противниками. Откройте... Так, награда за уровень. После повышения вашего уровня освоения, поговорите с проводником Пом-Пом и получите соответствующие награды за уровень. Это понятно все. Так, откройте смартфон, чтобы просмотреть меню «Друзья». Откройте меню «Друзья». Добавляйте друзей с помощью рекомендаций системы или поиска по идентификатору пользователя. Вы можете посмотреть за добавленных друзей на экране «Друзья». Запросы «Друзья». У меня уже есть запросы. О, возможно, где-то здесь есть ты. О, нифига, у вас тут уровни, ребят. Это что, это мне запросы, да? То есть, ну, я приму. Декадор. Билик. Рин. Так. Супер. Энтома еще, да, вот. Пожалуйста. Смотрите, это вы, ребята. Так, и... Все, окей. У меня уже друзья появились, класс. Так, подожди, теперь я помню, что где-то... Блин, я не помню, где. Где-то я мог ставить, кем я буду помогать. Как я буду помогать? Ты понимаешь, о чем я, нет? Не персонажи вроде бы. Я забыл, куда это нужно заходить. Не в письма. Путеводитель. Да нет, не путеводитель. А что же? Прыжок книги. Не персонажи, отряд. Ну типа где-то помощь. Напиши мне, пожалуйста, где это делается, чтобы я сейчас это время не тратил. Enter. Начать беседу. Ага. Не, пока мне зачем? Мне пока начинать не надо. Короче, где-то... Где-то тут было, что... Блин, я прикинь, я забыл. Ладно, пошли. Диван. Готовы двигаться к следующей планете? А где следующая станция? Давай вот так. Наконец-то ролики. Вселенная. Звездный экспресс. Эоны. Меня втянули в фантастический фильм или что-то в этом роде. Этот Стелларон в моем теле. Пытаешься схватить звезды? Я тоже так делала. Но для меня это были не звезды, это были огни. Когда я впервые проснулась после того, как меня спасли изо льда, я увидела перед собой скопление звезд. Я машинально потянулась к ним, но они оказались лампочками вагона. Весь экипаж наблюдал за мной, было довольно неловко. Спасли изо льда? Весь экипаж наблюдал за тобой? Вот так спросим. Просто молча. Ой, ты еще не знаешь моей истории? До всего этого я застряла в огромной глыбе льда и дрейфовала в космосе. Химека, господин Янг и... Как же его? В общем, они нашли способ растопить лед и спасли меня. Как ты оказалась во льду? Помнишь, что было до того, как тебя заморозили? Да это же два одинаковых вопроса. Кто знает? Я ничего до этого не помню. Кто я? Откуда? Мое имя? Как будто все стерлось из моей памяти. 7 марта — это день, когда меня нашли. Так что это имя прижилось. С тех пор я слоняюсь по этому поезду и следую вместе с ним по его маршруту. Надеюсь, что однажды смогу найти свое прошлое. К чему я все это? Только настроение всем порчу. Мне жаль.
Давай вот так скажем. Чё, мы молчать? Нехорошо. Ничего, я сама начала эту тему. Не унывай, Ганте. Не каждому же удается прокатиться на Звездном экспрессе. О, а вот и проводник. Экспресс достиг безопасного расстояния от космической станции. Мы совершим гиперпрыжок примерно через 10 минут. Пожалуйста, вернитесь на свои места. Нас может начать трясти. Спасибо, Пом-Пом. Зачем ты мне об этом напоминаешь? Я не новичок, ты же знаешь. В этом не было бы необходимости, если бы госпожа Март 7 не любила каждый раз испытывать судьбу и... падать. Я думал, он скажет в конце. Это называется никогда не сдаваться. А где Хе-Хе? Нет Хе-Хе. Проводник, можно мне сок, пожалуйста? Спасибо. Совершаем гиперпрыжок через 5 минут. Попьешь, когда закончим. Но я и сейчас хочу. Так, подожди. Короче, вот у нас был ролик. Ты напиши мне, где вот можно настраивать этих персонажей, чтобы в помощь, они шли, вот как у вас они там все выставлены. Так, Март 7. Ой, не волнуйся за меня, я просто хочу посмотреть, смогу ли я в этот раз удержаться на ногах. Удачи, я буду болеть за тебя, не ушибись, зачем ты осложняешь себе жизнь. Давай вот так. Все в порядке, я крепче, чем выгляжу. Кроме того, лед защитит меня. Когда я в опасности, я инстинктивно создаю лед, чтобы защитить себя. Хотя иногда падение на лед на самом деле больнее, чем падение на землю. Ну, не обращай на меня внимания, найди место, где можно сесть и пристегнуться. Так, с Пом-Помом мы поговорить не можем. Что, нам опять с вами можно со всеми поговорить? И при прыжке устроен так, первое время будет непривычно, но через несколько раз ты постепенно к ним привыкнешь. Что касается механизма, что ж, если тебе интересно, я подробно тебе объясню, когда у нас будет больше времени. А пока просто садись и жди, не забудь закрыть глаза, это помогает при головокружении. Где Химека? Чего вы пересели все? Наша следующая остановка — маленькая планета Ярила-6. Прошли тысячи лет с тех пор, как экспресс в последний раз приезжал сюда. База данных показывает, что это было пышное и красивое место. Но кажется, что по прошествии всего этого времени произошли кардинальные изменения. Ага. Так, пойдем. Дверь закрыта намертво. Может быть, Даньхэн запер ее? Вот так вот. Даньхэн ее заперт. Ну, все. Что у нас тут есть варианты? Поехали. Очень удобный диван. Такое ощущение, что сразу заснешь, лишь присев на него. Крепко держаться и дождаться окончания гиперпрыжка. Давай. Раз, раз, раз. Просим всех пассажиров вернуться на свои места. Поезд вот-вот совершит гиперпрыжок. Приготовьтесь. Чё Март делает? Март, сядь. 5. 4. 3. 2. 1. Март, какая-то с приколдесами. Вот это вообще красиво было. Да? Тебе понравилось? Ставь лайк, если понравилось. А я знаю, что тебе понравилось, это красиво. Прошло столько тысячелетий, неужели таким стала Ярила 6? Значит, на этот раз наша цель — это заснеженная планета? Да, похоже, в этот раз первопроходческая экспедиция будет непростой. Аномалия пространственного исчитывания. Стабильность звездного пути снизилась до 12%. Изменение расписания. Семидневная остановка продлена на неопределенный срок. Аномалия? Неопределенный срок? Давай спросим про аномалию. Дай денег, говорит, дай денег. Что смотришь? Сложная местность этого мира каким-то образом изменилась. Звездный путь чем-то заблокирован. Возьмем, к примеру, обычный поезд, как будто рельсы впереди вдруг оборвались, и путь вперед ведет прямо в пропасть. Единственное разумное, что можно было бы сделать, это резко дать по тормозам, верно? Если мы попытаемся прорваться вперед, нам придется дорого заплатить. Ну вот опять. Не говорите мне, что это из-за... Из-за чего? Готовы результаты предварительного анализа. Аномалия, как всегда, связана со Стеллароном. Стеллорон. Да, Ганте, такой же, как тот, что сейчас в твоем теле. Что же нам делать? Что такое Стеллорон? Давай спросим. Стеллорон откутан и тайны, даже Герта не в состоянии полностью их понять. Но не волнуйся, это не первый раз, когда наш маршрут переграждает Стеллорон. Хотя мы и мало о них знаем, но, по крайней мере, мы знаем, как нейтрализовать их влияние.
Единственное, что мы можем сказать наверняка, это то, что их появление вызывает массовые изменения в цивилизациях и их системах. Они также создают искажения в пространстве, такие как фрагментум. Должна существовать неразрывная связь между этим Сталлароном и превращением Ярила-6 в замороженную планету. Наша текущая теория состоит в том, что Сталлароны — это семена бедствия, посеянные неким эоном по всей Вселенной. Мы не можем продолжать освоение, не устранив источник бедствия. Это значит... Почему люди в пострадавших мирах не могут справиться сами? А как мы... А мы как отряд космических рыцарей. Давай спросим вот так. Что ты у них все время просишь, Ганте? Взгляд на планету с нашего ракурса и дает иллюзию всеведения и всемогущества. Но лишь вступив на саму планету, можно понять, насколько мы на самом деле жалки и беспомощны, совсем как они. Ганте, я бы хотела доверить эту первопроходческую экспедицию Март-7, Даньхэну и тебе. Цель ясна — найти Сталлароне, ответственный за катастрофу и пространственные искажения, и вернуть его на экспресс. С остальным разберемся мы. Классно, мы снова работаем в команде, Ганте. По его лицу не похоже, что он рад. Вы не пойдете с нами? Почему мы? Мне спать хочется. Давай спросим, вы не пойдете с нами? Кто-то должен остаться в поезде, иначе Пом-Пом станет одиноко. Не говоря уже о том, что мы привлекли внимание Нанука. Если станет мишенью Легиона Антиматерии, все может быстро пойти наперекосяк. Вот так вот. Значит, наша очередь еще не подошла. Я понимаю, что ты хочешь пойти, но мы должны дать молодым возможность выбраться оттуда самостоятельно. Для них это хорошая возможность подружиться. Ганте, Март, если вы готовы, почему бы не сходить за Даньхэном? Вероятно, он уже начал собирать экологические данные и результаты исследований Ярила-6. Всегда полезно узнать больше о пункте назначения, прежде чем отправиться в путешествие. Вот так. В иссушающую зимнюю ночь. Я не успел прочитать. Так, у нас новое задание. Открыт перекресток судеб. Нажмите здесь, чтобы увидеть ваш прогресс в освоении. Чего? Перекресток судеб показывает важные события, с которыми вы можете столкнуться на своем пути освоения. По мере продвижения у вас появится возможность участвовать в более важных событиях. Условия разблокировки текущего события можно посмотреть в описании события. Так. Что это? Мы не закончили? Сначала зажгите предыдущую миссию. Достигните уровня освоения 20. Ага, то есть тут не по хронологии, да, оно располагается? То есть это мы все выполнили. Тут нужно что? Долгое ждание, ага. То есть вот это нам еще недоступно. Это список всех миссий, по сути, получается. Это тоже нам недоступно. Вот Ярила 6 пошло. И вот оно. Вот оно. Хорошо. Так, оледенительное приключение. Найдите Даньхэна. Экспресс застревает в космическом пространстве белой планеты. По словам Химеку, именно влияние Сталлароне преградило путь. Чтобы продолжить движение, необходимо ликвидировать препятствие, которое вызвал Сталлароне. Химеку хочет, чтобы вы поговорили с Даньхэном и надеется, что вы втроем отправитесь в первопроходческую экспедицию на Ярила-6. Да, давай, и вот мы на этом скоро и закончим. Как раз когда выйдем на Ярила-6, да? Химеку. Вы, ребята, блестяще спасли космическую станцию от катастрофы. Теперь экспресс нуждается в вашей помощи. Помните, когда мы приходили в новый мир, мы делали 4 вещи. Исследуем, понимаем, утверждаем и связываем. И я уверена, что ты отлично поладишь с Март-7 и Даньхэном. Окей, где там ходит? Заяц. Универсальная машина синтеза, но нам она еще недоступна. Пом-пом. Каждая остановка приносит свое грандиозное и захватывающее приключение. А ты участвовал в таких приключениях, Пом-пом? Ты была на Ярила 6, Пом-пом? Давай вот так спросим. Нет. Сейчас Пом-пом не может покинуть поезд. Пом-пом вдруг так расстроилась. Какой у меня уровень освоения? А, ну это... Понятно. Больше мы ничего не можем спросить у Пом-пом. Вельт. С тех пор, как разрушение посеяло Сталлароне по всей вселенной, многие миры изменились. Нанук, эон разрушения, Яоши, эон изобилия, Терминус, эон завершенности. Я многое повидал и многому научился в свое время, но мне до сих пор трудно понять некоторые действия эонов. Я тебя понял. Так, Март, давай с тобой поговорим. Планета покрыта снегом и льдом. Найду ли я здесь ответ? Ах, не подкрадывайся ко мне так. Что, ты ее за жопу, что ли, цапнул? Почему ты еще здесь? Найди Даньхэна, нас ждут захватывающие приключения. Да, его сложно найти. Даньхэн, ты где? Даньхэн,
А, нифига себе, не увидел, прикинь. Как ощущение после первого прыжка? Головокружение или ротные позывы являются нормальными реакциями. Ты почувствуешь себя лучше, как только привыкнешь к этому. Все хорошо. Почему ты не со всеми? Мне нравится быть одному, особенно когда у меня есть важная работа. Я просмотрел базу данных экспресса, и оказалось, что среда Ерила-6 претерпела радикальные изменения за последние несколько столетий. Изначально эта планета вовсе не замерзшая. Вельт говорит, что причиной этому был Стелларон. Он так сказал? Учитывая, что пространственные препятствия, с которыми столкнулся Звездный Путь, это вполне возможно. Я провел предварительное исследование и обнаружил, что на поверхности планеты есть участок с относительно нормальной температурой. Под нормальной я подразумеваю температуру, которая почти позволяет человеку выжить. Если бы мне пришлось выбирать место первоначальной разведки для первопроходческой экспедиции, я бы выбрал именно его. Химека хочет, чтобы ты, я и Март-7 пошли вместе. Может, вы пойдете вдвоем с Март-7? Не, все вместе пойдем, чё ты. Как я предполагал, до того, как ты появился всякий раз, когда Март хотела куда-то пойти, Химека заставляла меня и господина Янга идти с ней. Даже после твоего появления я не думал, что освобожусь от этой обязанности. Я предполагаю, что цель экспедиции на этот раз — найти Стелларон и на Ерила-6 и рассеять эффект, который он оказывает на Звездный Путь, верно? Понятно, Ганте, поищи Март-7. Я присоединюсь к вам, как только буду готов. Да сейчас я вас всех пособираю, вы чё? Бля, как идет. Март 7. Ты говоришь с Даньхэном? Как прошло? Он полон энтузиазма. Он выглядит не очень заинтересованным. Он полон энтузиазма. Правда? Что-то мне не верится. Расслабься, Ганте. Даньхэн и я опытные первопроходцы. Мы за тобой присмотрим. Ну так что, готов? Так точно. Смотрим ролики. Когда я впервые увидела эту планету, я подумала, мир покрытый льдом. Может быть, это как-то связано с моим прошлым? Теперь я не могу перестать думать об этом. Тем не менее, лед, поймавший меня в ловушку, был шестифазным льдом, а это очень редкое вещество. Я не думаю, что его можно найти на среднестатистической планете. Не узнаем, пока не посмотрим сами. Эта планета может быть твоим родным домом. Ну нет, вряд ли. Давай вот так. Может, у тебя есть мелочь? Я не могу, ну что это такое? Честно говоря, я бы не обрадовалась, если бы узнала, что это место было моим домом. Выглядит морозно. Красивые девушки не морозостойки. Пришел. Мы идем? Что такое? У меня что-то на лице? Не, я просто представила, как нам будет весело. Во, она посмеялась. Мне жаль этот мир. Сначала Стелларон, теперь ты. Что ты хочешь мне сказать? Пошли, пошли, пошли. Вот так. Ерила 6, встречай команду первопроходцев. О, класс. Слушай, ну на этом, да, мы и завершим. Потом продолжим путь прям по Ерила 6, получается. И тут что, прям неужели сюжет пошел? Неужели? Добро пожаловать на Ерила 6. Похоже на большой снежный шар. Похоже на большой снежный шар. Не так уж и холодно. Зачем ты повторяешь? Путь освоения дает нам силу, которая позволяет лучше адаптироваться к суровым условиям среды. Эх, повсюду снег, куда ни глянь. В какую сторону нам идти? По координатам цель должна быть впереди. Тогда чего мы ждем? Пошли! И что, ты сейчас опять будет три варианта? Нет. Почему мы не приземлились ближе к цели? Не ожидал прогулок по заснеженным полям? Ты ведь помнишь, как мы пробили дыру в Тайкианской стадионе? Или мне напомнить? Да хватит уже об этом. Давайте просто не будем приземляться на толпы народа и все. Ганте такой, да-да-да, как скажешь. Если только вы не хотите освоить две недели исправительных работ. Сказал, уже хватит об этом. Помните, что нам нужно быть начеку. Мы знаем об этом мире очень мало. Спокойствие, нас ведь трое, мы совсем справимся. Да ладно, Ганте, у тебя в теле Стелларон. У меня есть особые силы шестифазного льда, а у Даньхэна таинственное прошлое. Так что если кто-то решит устроить нам проблемы, они сильно пожалеют об этом. Да, они пожалеют об этом. Давайте следить за тем, чтобы мы сами не устроили проблем. Не, вот так, мы это, радостные такие. Никогда. Ну, когда ты перестанешь обезьяничать, повторюшка. Слышь, ты охренела. В смысле, обезьяничать? Пошли, бросим вызов неизведанному. Вот где настоящий дух освоения. Навигация. Благодаря навигационной системе Звездного Экспресса вы можете путешествовать между разными мирами и областями. Миры, в которых вы побывали, будут отмечены на карте Звездного Пути. Ага.
И вот тут теперь у нас что-то пошло. Что это? Природные снежные поля. А, это Ерил... А, тут такая карта прям. Вагон. Подожди. А как же тут... Как же тут переходить? Никто не знает, когда появились пом-пом. А, ну это я уровень сейчас, видимо, получил. Подожди, а как же мне? А как же мне? Перейти на Герту? Или нельзя? Только на экспресс? То есть отсюда я не могу на... А, могу, вот, пожалуйста. Вот вы про какую карту говорите, я понял. Хорошо. Итак, смотри, на этом мы будем уже заканчивать. Ты мне напиши, пожалуйста, напомни, как, где нужно настроить персонажей. Я вообще забыл, где это делается. Чтобы можно было делиться ими. Остальное вроде я все сообразил. Мы пойдем теперь четко по сюжету какой-то веке. Все это изучим. Ой, гля, у него книга испачкалась. О, теперь блестит. Супер, вообще красиво. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Подписывайся на канал, оставь лайк и комментарий, делись этим роликом с друзьями, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Скоро увидимся. Всего